Что очень важно сегодня, вот, на мой взгляд, я говорю своим, мы об этом говорим в своем кругу, на своих летучках, с коллегами. Кажется, очень важно проверять информацию. Нас будут, конечно же, обвинять в каких-то фейках, но более грандиозных фейков, которые сейчас у нас конструируются на наших глазах, даже трудно себе представить с этой псевдохимической атакой в пригородах Дамаска. Нам нужно стремиться очищать информацию, и в любом случае это наша редакционная политика, и быть корректными с ней, и преследовать именно точность. Во многом мы поменялись местами со свободолюбивым Западом в Советском Союзе. Я тогда прекрасно это помню. Запад был за свободу передвижения, а мы были, обносили себя колючей проволокой. И в Советском Союзе нужна была выездная виза сначала, чтобы потом, имея ее, обратиться в посольство, и нам дали въездную визу. А нам с Запада говорили, как же так, там у нас всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года, где свобода передвижения и так далее. Сейчас мы обменялись местами, мы за свободу передвижения. Мы в любой момент, как это неоднократно заявлялось, готовы отменить визы и с Америкой, и с Европой. А нам оттуда говорят, нет, нельзя, визы ужесточаются, вообще не выдаются, да еще вводятся персональные санкции. Я вот как журналист, на мне персональные санкции Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, что там еще есть. Вот. Поэтому Канады. Я уж не говорю о Молдавии, Украине и так далее. Нам говорили, как же свобода слова. В России свобода слова, диапазон свободы слова гораздо больше, чем на Западе. Когда Черчилль объявлял войну фашистской Германии, он сказал, что это война не против Германии, это война за человеческую цивилизацию. И вот это было так впервые провозглашено на Западе. И вот это моральное превосходство, с которым изначально Черчилль вступил в войну, сейчас, конечно, на нашей стороне, потому что именно Россия защищает человеческую цивилизацию и не дает какого-либо шанса разрушить и международные институты, и международные организации, и вообще, так сказать, мировой порядок, основанный на честности, на твердых фактах, ну и, так сказать, с учетом высоких моральных принципов. Это очень важный момент, поэтому вот это моральное превосходство, которое у нас есть, это наш очень важный ресурс, и наша задача, конечно же, его не растерять, приумножить.